Целая кладовая полезных элементов доставлена в наш город компанией «Рыбак Камчатки». Среди деликатесов – белорыбица, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также совершенно эксклюзивный продукт – царица лососевых, редкая деликатесная чавыча. Вся продукция свежая, вкусная и полезная. Я люблю кижуч копченый, ну и малосоленый тоже. А папа просил корюшку. Селедка селедки розень получилось, что она такая крупная, жирная, вкусная, как в детстве. Вкус детства. Качество рыбы достигается благодаря особой технологии приготовления. Коптят дальневосточные мастера на натуральных ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Доставляют деликатесы в Сочи без использования заморозки. Это позволяет удержать полезные кислоты омега-3 и витамины Е, Д, А. Купить рыбу, морепродукты и красную икру можно в павильоне «Рыбак Камчатки» на выставке продуктов питания «Экспофуд», которая открывается в рамках форума гостинично-ресторанный «Олимп» в выставочном центре на Несебрской 1Б.